Так, срочно, все, что я наутал в шахте, быстрее скидываем в сундук. Сейчас нужно переодеться и снова бежать в шахту. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и... Вы не представляете, что сейчас произошло. Короче, где-то часик назад я спустился в шахту. Думаю, ну, похожу, найду алмазики, не знаю, немножечко кирочку хотел себе алмазную скрафтить. И тут я копаюсь вниз и нахожу вот это вот. Я даже глазам своим не поверил и сделал скриншот. Я был настолько в шоке, я был так рад этому. Но, к сожалению, как видно на скриншоте, моя железная кирка практически сломалась, и мне пришлось выбраться назад на поверхность. Давайте я вам даже покажу, где я нашел. Я это нашел в нашей шахте, прикиньте, в шахте, в которой уже были все жители. И я копался вот сюда вот и нашел там залежу. Так, ладно. Мне нужно в срочном порядке прямо сейчас переодеваться, крафтить новые факела, брать побольше еды, а также создавать себе железные кирки. Желательно две. И по-новому спускаться в шахту, потому что, ребят, я нашел алмазную залежу, и эта вся залежа будет моей. Ну, а еще, я же нашел. Так, ладно, все, я переодеваться. Та-дам, Роман Компот готов и укомплектован. У меня есть две кирки, стак факелов и 5 хлеба. Ну, в принципе, все, я готов спускаться навстречу к своим алмазикам. Как же я рад, что мне так повезло. Прикиньте, это какой маленький шанс найти столько алмазов. Вон они уже. Я их вижу отсюда и... Чувак. Ты что тут делаешь? О, здрасте, а вы кто? В смысле кто? Я Роман Компот, а что вы тут делаете? А я шахтер, копаю тут алмазы. В смысле алмазы? Погодите, это вы сколько алмазов тут добыли? Тут все... А ну остановитесь, не надо ничего тут копать! В смысле не надо, я нашел алмазную залежу. Это я нашел алмазную залежу, я первый это сделал! Да чего мне тут рассказываете, когда я сюда пришел, тут никого не было. Так правильно, потому что у меня железная кирка была сломана, я выходил на поверхность, пришел сюда вот заново добывать алмазы. А вы тут все уже практически добыли. А ну верните мне мои алмазы. Где мои алмазы? Ну не трогай ничего, иначе я тебе сейчас кирукой как алмазный дам. В смысле? Это беспредел какой-то. Это мои все алмазы. Мои, они все мне принадлежат. Ничего тебе не принадлежит. Вот если бы ты тут первый оказался и добывал бы, я бы тебе слова не сказал. Тут никого не было, а ты пришел тут на все готовенькое. Да я просто отходил. Не, все, это мои алмазы. Я все-таки имею право и... А, ё-моё! Ты чё дерешься? Потому что я говорю, не надо трогать мои алмазы. Понял? А ну отдай! Да все, все, все! Психопат неуравновешенный! Все, добывайте свои алмазы, вонючка! Ох, ребята, знали бы вы, какой я сейчас злой! Ох, вы знали бы, какой я сейчас злой! У меня какой-то шахтер отнял все мои алмазы! Вот нафиг я оттуда выбирался, надо их всех было добывать! А я вышел, переоделся, пришел сюда снова, и там уже все занято, и какой-то шахтер их добывает! Но это ведь нечестно, я ведь их нашел! Не-не-не, я это просто так не оставлю, нужно как-то их забирать, не знаю, хоть вы... Выкрасть их. Хотя, погодите, выкрасть. А чё, я назад заберу свое, то, что я и нашел. Ну, шахтер добыл практически все алмазы. Я так понимаю, сегодня мне понадобится много способов для того, чтобы украсть алмазы у шахтера. А именно, ровно 7. И, в принципе, у меня уже есть идея касаемо первого способа. И давайте я для начала схожу к одному жителю, который умеет варить зелье. Так, отлично, ребята, я уже потихонечку, помаленечку подхожу, и по сути, вон там находилась моя алмазная залежа, которую я нашел. Короче, я у жителя купил зелье огнестойкости. Он мне продал буквально за пару изумрудов, и я сразу заметил, что здесь небольшой водопад из лавы, поэтому я прямо сейчас выпью это зелье, полезу в этот водопад и буду по этой лаве подниматься на самый-самый верх. Короче, первый способ я назову таким, знаете, лавовым. Правда, тут довольно-таки жарковато, и я даже немножечко вспотел, так тихо, довольно-таки жарко. Аккуратно поднимаемся по лаве, и этот шахтер, по сути, там. Так, я практически здесь. Ну-ка, о, тихо, вот он стоит. Так, еще немножечко алмазов, и я практически закончил. Капец, вот жадина, всю мою алмазную залежу украл. Ну ничего, сейчас я у него все остальное заберу, все, что принадлежит мне. Вот, например, эти алмазики, вот они в этом сундуке, шикарно. Я не понял, ты кто такой, почему ты в лаве? Я лавовый монстр, я ухожу. Стоять! А ну верни алмазы! Ага, сейчас разбежался! Ё-моё, капец! Я упал тут немножко, все. Пора сваливать отсюда, пора сваливать! Отлично, я дома! Ух, еле оторвался от него, прикиньте, за мной бежал, но благо зелье это меня, конечно же, спасло. И я взял 8 стаков алмазов. Но это, естественно, не все. В этой залеже было намного больше алмазов. Я должен украсть все эти алмазы у шахтера. Одного способа тут недостаточно, поэтому поехали ко второму.
Житель, а ты уверен, что этот способ сработает? Да, Капот, конечно, он сработает. Я в прошлом был ученым. А почему ты в прошлом был ученым? А, это не так важно. Так, ладно, закрывайся, я запускаю. Ладно, хорошо. Поехали. Раз, два, три. Все, я закрыл дверь, запускай. Раз, два, три. Все, запускаю. А, ё-моё, все, пошло превращение! Ё-моё. Так, я превратился вроде житель. Ну чё, получилось? Да, Капот, можешь идти. Спасибо, житель. Ё-моё, что со мной? А, почему я горю? Благо, ещё после предыдущего способа у меня осталась защита от огня. Но всё равно лучше спрятаться в тенёк. Короче, следующий способ заключается в том, что я притворюсь зомби и заберу у него эти алмазы. Так, тихо, он уже там стоит. Так, главное, чтобы он снова не вернулся. Нужно проверять лаву почаще. Так, тихо, ребята, все, давайте притворимся зомби. Мозги. О, черт, это зомби! Черт, нужно как-то грохнуть, а у меня меча нет, что мне делать? Мозги. Так, ну он вроде на меня не нападает. Ладно, не буду двигаться, может уйдет. Мозги, я зомби. Блестяшки блестят. Что это тут такое? Зомби, ты чё? А ну верни! Зомби уходит. Ох, ё-моё! Так, шикарно! О, житель, все, я снова компот. Ну все, компот, готово. Да, житель, все хорошо, как и договаривались, держи, твоя доля. Спасибо огромное за помощь. Это был классный способ, и он сработал. Чтобы украсть алмаз у шахтера, достаточно было просто притвориться зомби. И вот у меня уже есть 6 стаков. Было 8, но я отдал жителю немного за то, что он мне помог. Так, ладно, все, алмазики возвращаются в родную гавань. Давайте отправляем их сюда. Отлично. У меня уже так много алмазов, это просто чудесно, но впереди еще способы, потому что у него там еще дофига моих алмазов. Ну а для следующего способа мне нужно немножечко переодеться. Ребята, всем привет. Вы меня видите? Да, это же я, компот, вот я. Че, классно замаскировался, да? Короче, я специально переоделся в костюм камня. И посмотрите, насколько я сливаюсь. Это будет отличный способ, чтобы украсть у шахтера алмазы. Потому что в шахте в основном практически на 90% все стоит из камня. Так что я думаю, он меня вообще не заметит. И офигеть, смотри, сколько он факелов сюда поставил. Так, надеюсь, что больше никакие зомби у меня ничего не украдут. Ребята, черт, это он после предыдущего моего способа так сделал. Но он даже не подозревает, что я уже здесь, и я готов дальше забирать свои алмазы. Так, тихо, давай сюда пробежим со спиной. Отлично, все. И встаем вот сюда вот на позицию, тут и будем ныкаться и следить за ним. Так, ладно, добуду еще вот эти вот алмазики, и в принципе можно выбираться отсюда. Так, тихо, ребята, ждем, когда он отвернется. О, черт, опять повернулся. А? Че? Мне показалось, или кто-то двигается? Тихо, ребята, замираем и не двигаемся. Не двигаемся. Ладно, походу показалось мне. Да, правильно показалось. А я сейчас у тебя все алмазики отсюда заберу. Отлично. А? Чё? Я слышал какой-то звук сундука. Минуту. Меня чё, кто-то решил обыграть, что ли? Надо сходить проверить. Так, отлично, ребята. Он смотался куда-то что-то нам проверять. Теперь я могу отойти от стены хотя бы. Смотрите, сколько алмазов я уже украл. Уже 9 стаков. Так, отлично. Из этого сундука я тоже украду. Тихо. Он вон там, он что-то стоит, проверяет. Быстрее все вот это вот тоже забираем. Шикарно. Все эти алмазы у меня. В принципе, этот способ настолько хорош, что я могу тут еще побродить и поискать сундуки и... Так, кто это там ходит, я не понял. Черт, тихо. Ребята, черт, он идет, что делать? Ложимся, срочно ложимся. Все. Так, вроде никого, наверное, мне показалось, что это странная какая-то история, это все. Тихо, ребята, он прям тут стоит надо мной, смотрите. Так, добуду-ка эти алмазики, и вот эти надо добыть тоже. Так, ребят, пока он не видит, встаем и нафиг отсюда убегаем. Быстрее, бегом на поверхность. Ура, алмазы у меня, у меня дофига уже алмазов, но это не все, сегодня я заберу абсолютно все свои алмазы. Прикиньте, сколько их тут уже, я даже сочетать их уже не могу. Но я уже хочу поскорее снять этот костюм камня, он невероятно колется. Переходим к следующему способу. Я снова в шахте, и смотрите, что я должен сделать. У меня есть ведро воды, и я прямо сейчас буду с помощью него подниматься наверх. Да, процесс довольно-таки долгий и не очень удобный, но мне нужно подняться вот сюда, в заброшенную шахту. Она находится прямо под алмазной залежей. Я не знаю, как вам доказать, но давайте я прямо сейчас повыше поднимусь. Вот на такой вот уровень поднимусь. Тихо, там шахтер, тихо, главное не палиться. Я специально взял ведро воды, а не блоки, чтобы сильно не шуметь. Так, ладно, хорошо, мы с вами заходим сюда. Я сразу запалил, что
тут есть рельсы, и с помощью них я буду как раз таки воровать эти алмазы. Что я должен сделать? Для начала хочу поставить вагонетку с воронкой прямо вот сюда. Теперь я беру, ломаю блок под этим сундуком и ставлю сюда воронки. Господи, не кидаю, я сказал, а ставлю вот таким вот образом. По сути, да, шикарно! Пошла закачечка алмаза. Смотрите, алмазы перетекают прямо сейчас. Главное не открыть сундук. Потому что если я его сейчас случайно открою, он услышит звук, придет сюда и мне хана. Но алмазики-то мои текут, родненькие. Посмотрите, все сюда утекает. Отлично. Так, давайте повторим операцию ровно вот тут вот. Вот тут, по сути, тоже должен быть сундук. Так, отлично, да. Мы ставим сюда воронку и сюда воронку. И сюда тоже пошла закачка алмазов. Отлично. Вот они, мои алмазики. Уже целый стак набежал. Даже уже почти два. Так, все, ладно. Ждем, когда вагонетки наполнятся. Потом я прицепляю сюда еще одну вагонетку и уезжаю. Только мне надо вот на этот раз не в эту сторону, мне надо вот в эту сторону. Поэтому я поставлю сюда вагонетку. Вот тут вот переведу стрелки, шикарно, и выкачу сначала эту вагонетку, потом эту. И все, алмазики в кармашке. Алмазики дома, ура, наконец-то! Наконец-то я их скидываю в сундук, в котором уже нету места. Так, давайте выкидывать, короче, все ненужное. У меня уже весь сундук забит алмазами. Ребят, по-моему, это реально мечта. Мечта абсолютно каждого майнкрафтера — иметь столько алмазов. И вот они у меня, посмотрите на это место, уже просто не хватает. Но это еще не все. Мы двигаемся дальше. А следующий способ, как украсть алмазы у шахтера, заключается в том, что я просто так сейчас к нему приду. Просто приду и просто поговорю, а вы наблюдайте. Здорово! Эй, я сказал, не подходи сюда! Тут какая-то аномалия творится, у меня постоянно пропадают алмазы, у меня их очень мало осталось. Я все понимаю, да, тут действительно творится какая-то аномалия, поэтому я хочу подарить тебе немного железа. Чего? Железо? Зачем мне железо? Ну просто я понимаю, что у тебя очень мало алмазов. Эй, а ну не трогай! Не-не-не, я ничего трогать не буду. Я ни один алмазик отсюда не возьму. Ты можешь наблюдать прямо сейчас тоже в сундук. Смотреть, я просто положу тебе сюда железо. Вот таким вот образом, видишь? О, ты правда решил мне дать железо? Да-да-да, все, теперь видишь, я ухожу. Вот, мой инвентарь абсолютно пуст. Показываю тебе все клеточки инвентаря. Абсолютно чисто, я ухожу. Ну ладно, спасибо, а то у меня как раз кирка ломается. Да, не за что, все, давай пока. Поверил. А теперь я достаю то, что припрятал в печке. А именно магнит. Да-да-да. Да, помните, что я положил ему в сундук? Естественно, железо. Так, шахта находится где-то там, спуск где-то у нас территориально в этой области, алмазная залежа примерно здесь. Ну чё, поехали? Так, магнитим, магнитим, магнитим. Опа, шикарно! Я притянул этот сундук и да, смотрите, тут все мое железо и все мои алмазы. Магнит, я тебя люблю. Это вообще чудесный способ, это, наверное, один из самых креативных. Так, ладно, хорошо, сундук я примагнитил, алмазы я забрал и я ухожу. Я думаю, что прямо сейчас я назад могу скинуть алмазы. Господи, у меня реально уже нет места. Я уже выкидываю нужные мне предметы, а именно всякие, знаете, там броню, вот мотыгу выкинул. А что еще тут выкинул я? Инструменты всякие, короче, полным-полно всего. Но алмазы, естественно, ценнее. Но это еще не все. Я вернусь до самого последнего алмазика себе назад все. Поэтому мы переходим далее. Я опять отправляю в шахту, но на этот раз бизнес-идеи. Короче, вы сейчас сами все увидите. Надеваю на себя такой моднявый деловой костюм и погнали спускаемся вниз. О, здрасте, шахтер. Ох, привет. Чё-то у меня настроение не очень. Тут реально какая-то аномалия. Да, что случилось? Представляешь, мой сундук куда-то наверх улетел. И чё, все алмазы пропали? Да-да-да, абсолютно все, будто их кто-то украл. А, ну тогда вам понравится мое новое, эксклюзивное, шикарное и выгодное предложение для вас. Какое предложение? Я так понимаю, у вас осталось совсем немного алмазов, верно? Да, прям вообще пару стаков буквально. Поэтому я вам предлагаю обменять вот эту вот самый настоящий стак алмазов на ваши 30 штук. Че, реально вы мне дадите стак алмазов, а я вам 30 алмазов? Серьезно? Да-да-да. А в чем подвох? Это же невыгодно для вас. Просто понимаете, я очень богат и люблю делать добро, поэтому я вам вот эти вот алмазы самые настоящие, а вы мне тоже только 30 штук. Да пожалуйста. Ага, вижу, ровно 30 штук алмазов, понял, принял. Да-да-да, все верно, все достоверно, держите вот эти вот самые настоящие алмазы. Так, спасибо вам большое. Я уж думал, все, хана мне и... Стойте, погодите, а чё они такие...
выглядит как стекляшки блеклые. А, извините, у меня обед, я сейчас не могу говорить. Мы вам перезвоним, визитка моя вон там, он где-то лежит, находится, и я скоро приду. Шикарно, ребята, он повелся, серьезно? Кто вообще на это поведется? Обменять 100 алмазов на 30 алмазов, да бесплатный сыр только в мышеловке, но он на это повелся. И 30 алмазов у меня, да, конечно, мало, но а что поделать? У него, в принципе, и так алмазов осталось немного, поэтому мы с вами будем двигаться дальше. Так, житель, а ты уверен, что этот способ точно сработает? Да-да-да, и он нам отдаст абсолютно все, что у него есть. Это финальный способ будет. Ну ладно, если это действительно так, я обязательно с тобой поделюсь. Все, я забираю тогда эти сундуки с собой. Короче, житель-ученый опять кое-что подготовил для меня. И на этот раз это два вот таких вот необычных сундука. Их суть заключается в том, что если вы положите что-то в один сундук, то обязательно это появится во втором. Типа эндер-сундука, только это работает вот между этими только двумя сундуками. Просто с эндер-сундуком такое бы не прокатило, потому что я как бы другой игрок и другой сундук, все дела. Ну ладно, давайте хорошо уже спускаться. Итак, а где этот шахтер? О, шахтер, здорово! Да, привет, извини, я уже ухожу. А, ты уже все алмазы тут добыл? Вообще ничего не осталось? Да-да-да, у меня вот прям совсем немного алмазов, последние алмазы. А, капец, а то я вижу, сундуков тут нету вообще. Да потому что у меня все сундуки украли, все пусто. А, кстати, у меня в инвентаре как раз завалялись сундуки, тебе нужны? О, если можно, да, я бы в них положил алмазы все свои. А, ну тогда вот, возьми вот этот вот сундук. Ой, все, кончились, больше нет сундуков. Ну ладно, за один сундук тоже спасибо тебе огромное. Да не за что, не за что. Ну ладно, хорошо. А ты не хочешь поделиться со мной алмазиками? Нет, конечно, я же сказал, это моя зальша, я ее первый нашел. А, ну ладно, хорошо. Ребят, вы видели, я давал ему последний шанс. Все, пока, удачи со своими алмазами. Так, пока он там перекладывает все алмазы, я хочу прийти к себе домой и поставить этот сундук у себя. Так, так, бегом-бегом забегаем, ставим сундук, что он сюда положил. Пока что ничего, ждем. О, смотрите, ребят, тут появились алмазы. Он сюда, видимо, алмазы положил. О, их становится все больше и больше. Да, он выкладывает сюда все свои алмазы, которые он успел добыть. Ладно, хорошо, подожду, когда выложит все до конца. Короче, сижу, наверное, наблюдая за этим сундуком уже час, и пока что алмазы, ну, прибавились, конечно, но больше они не прибавляются. Вот час назад это все, что он положил. Видимо, это все алмазы, и они у него полностью закончились. Что ж, теперь я спокойно могу просто взять и забрать все эти алмазы из этого сундука, и они мои. Смотрите, вот такими вот легкими, ну, местами не очень, семью способами я украл алмазы у шахтера. И, кстати говоря, надо не забывать еще с жителем поделиться, я ему обещал. По сути, я добыл всю эту алмазную залежу, которую первый же и нашел, а че, все честно. Поэтому, ребята, вот запомните одну простую вещь, никогда не нужно пытаться забрать чужое. Все алмазы, которые я нашел у меня, я чувствую себя прекрасно! А шахтер пусть другое место ищет свою залежу. С вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой алмазный канал. Всем удачи, спасибо. Всем пока, ребята.